Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэм, и мы продолжаем играть в спецназ против зомби, второй сезон у нас. Фух, поехали. Так, ну-ка, что у нас здесь, ребят, есть какие-нибудь ящики, коробочки и тому подобное? Есть, в городке. На 13 уровне мы можем с вами сделать спецоперацию. Думаю, что стоит. Так, открываем, ребята, вот этот вот никудышный ящик. Что? А, конечно. Как всегда, ребят, у нас не хватает звездочек. Хорошо, 136 монет. Звезда выпала. Так, и тазер. Экзоскелет. Понятно все, ребята. Так, ну что же, пускай пока здесь у нас это дело будет в активе. Что же нам с вами замутить такого интересного сегодня, а? Так, по деньгам у нас, по-моему, все кисло, да? Сейчас увидим. Ну давай, давай, давай. А, нет. Так мы с вами ни шишарики не увидим. Мировая зачистка пока подождет. Арена, я думаю, тоже подождет. Нам нужно с вами зарабатывать звездочки. Ух, еще 49 звезд для следующего уровня. Тогда предлагаю... Ну, мы пробовали с вами здесь. Ребята, фабрика у нас 15 уровень. Все никак не дается. Не сломать нам его. Значит, будем зарабатывать с вами бабули для того, чтобы прокачать своих юнитов. И давайте-ка мы с вами здесь глянем. 7 уровень, да, значит, у нас на улицах. Это у нас ночка. Ну что ж, поехали. Так, так, так. Хопа. Будем бомбить. Так, у нас... Ага. Замечательно. 5 уровень получил, да? Красава. Очень даже хорошо. Так, а я могу еще улучшить его? Я, в принципе, должен. 1000, есть 1000 у меня? Есть. А еще сможем? Больше нет, говорят, фигушки вам. Не хватает денег, буквально 400 монеточек, всего лишь 400 монет. Да, кстати, что мы с вами не то немножко начали делать? Я же хотел вот сюда сходить, да, на спецоперацию в городок, 13 уровень. Да, погнали. Здесь у нас должен быть ящик. Я его хочу получить. Ну, где охламоны? Я жду вас. Выходите. Как говорится, добро пожаловать. Ну, никто не хочет идти? Нет, вон, бегут. Давай, дубинка. Сразу сюда прутка вызовем. Стоим насмерть. Ящик вон дергается. И сюда. Во, шикарненько. Так, теперь снайпера. Ну, куда ты бежишь? Пошел отсюда. Так, кого бы нам... Не, это к делу не пойдет. Опа. One-shot. Давай вот сюда, наверное, мы поставим огнеметчика. Угу. Я думаю, будет оптимально. А вот сюда, наверное, с вами уже автоматчик поставим. Так, монетки все мои, естественно. Иди отсюда, засранец мелкий. Давай, давай, жарим, жарим этих хламонов. Не даем им прослабления. Так, волна усиливается потихоньку. Сейчас уже будет наплыв, ребята, готовимся, вот он. Сейчас, 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 вот сейчас будет, сейчас будет. Секунду, секунду. Да, предупреждение. Зомба обострение и погнали эти хламоны. Да, блин, я вызову автоматчика или нет? Иди отсюда, барышня. Так, надо метиться туда, где их больше всего, ребят. Это вот, блин, как-то они идут. О, о, сколько монет. Забираем. Ну, теперь я могу и автоматчика вызвать. Хотя зачем? Не знаю, ребят. Какой, блин, это автоматчик? Это снайпер у меня. Ой, дурень, вызвал тоже. Ладно, 3 звезды, хорошо. По-моему, ящик этот мы сразу с вами можем открыть, посмотреть. Так ведь? Да, именно так. 132 монеты, рукавички, аптекарша. Замечательно. Пропускать. Ничего мы пропускать не будем. Главное, получили ящик. Ну, а теперь уже идем с вами в ночь на 7 уровень. Да, именно сюда. И именно вот это все, ребята, и оставляем с вами, что у нас есть. Тут у нас метатель, как мы помним. Уровень все-таки ночной, поэтому здесь будет сложновато, ребят. Все на халяву, как говорится, не получится у нас пройти. Давай, 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 дубинка, я тебя жду, жду, жду. Они уже на подходе, родная моя, выходи. Сюда, естественно, сейчас вызовем прутка. Пруток будет держать оборону. Потому что из этих люков, ребят, как вы знаете,
могут вылезти из амбарей. Они нам нужны здесь? Конечно же нет. Поэтому мы и будем с вами от них отбиваться. Ты смотри-ка, вот там и вылез один шахтеришка. Снайпер. Так, давай-ка вот этих вот чудиков с тобой разнесем. Так, погоди-ка, погоди-ка, псина бежит. Это, по-моему, псина прыгает у нас два раза, да? Не тут-то было. Захотела она перепрыгнуть. А у моих бравых ребят кукиш с маслом. Забираем все. Так, давай. Вот так вот. Отлично. Так, и дубиночку еще вот сюда призовем. Ну все, готовимся к волне, естественно, ребят, что? Я, в принципе, готов. Жду их с нетерпением, когда они появятся. А вот и собаки. А вот и собаки бегут. Нормуль. Сразу троих положил. Так, автоматчик, наверное, вот здесь у нас будет стоять, строчить. Опа. Блин. Немножко неудачно получилось. Ну давай, 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 давай. Все, разобрались. Должно быть три звезды. Раз, два, три. Замечательно просто. И, естественно, с вами подкапливаем денежку. Так, 1894. Это, ребята, означает, что мы можем с вами сделать одно улучшение. И завершить вот эту вот коробочку. Ну-ка, 100 монет. Мало. Мало. Маловато, говорю, будет. Мне этого мало. Давай тогда и этот сразу же откроем. Чего уж там терпеть. Так, пулемет М16. Револьвер и пояс. Угу. Ладушки, хорошо. Теперь нужно мне, ребята, улучшение. Обязательно улучшение. Блин, я путаюсь все время, как это улучшение сделать. А здесь-то почему мы не можем? Ах, ребята, да, там нужно на три звезды пройти, чтобы открыть. Так, что это у нас тут? Пруток показывается, что мы можем... Ё-моё, ну и ценник, 6 штук, куда? Никуда. Так, а тут 4,5. Зашибись просто, чё? Ну, тебя-то хоть могу улучшить? 3,200. Да что за ересь-то такая, а? Блин, я не понимаю, ребят. Погоди-ка, погоди-ка. Мы можем с вами... Вот что, у нас сейчас М16. Ну-ка, давайте-ка сравним. Урон 30 идет, да? А на нашей тоже 30. А если мы улучшим... 36. Ага. То есть, ребята... Что? А, ну понятно. Экипируем. Да-да-да, ребята. Теперь у нас еще круче. 36. Ну, на 6 единиц. Я думаю, что это очень даже хорошо. И каждая единичка сказывается здесь. Так, давайте-ка, наверное, ремонтик сделаем здесь. Так, хорошо. Это у нас уменьшает время перезарядки. Слушайте, а что дает магазин? Вместимость магазина на 20%. Давайте, наверное, так лучше сделаем, да? А улучшить я могу? Нет, эти предметы, по-моему, не улучшаются. Да, они не улучшаются. Так, смотрим. Смотрите-ка, у нас пояс есть с одной звездой, да? И пояс есть с двумя. Насколько увеличится? На 2%. Ну, это ничтожно мало, я считаю. Как бы мне вот этого вот паренька-то прапать? Сколько он требует за улучшение? 1500? Конечно, будем делать, ребят, конечно же. Вот так вот. Правда, честно говоря, ничего не зависит от того, что он улучшается. У него только увеличивается здоровье, ну, а меткость, вот эта стрельба, по-моему, не влияет, да? Да, только здоровье, скорость передвижения и скорость подготовки. А все остальное, урон, там, уворот и все эти плюхи. Шпухи зависят только лишь от оружия. Видите, урон, дистанция, вместимость магазина, скорость атаки. А почему скорость атаки 0? Ее, видимо, как-то можно повышать. Было бы неплохо. Так, ящик, деревянный ящик. А, это можно, ребята. Фу, за 50 звезд. Вот такой бы ящик я бы с удовольствием бы приобрел. Я, кстати, в тот раз открывал. Блин, я вам скажу, лут был шикарен. Столько карточек выпадало. Жалко, конечно, все это не заснялось. Ну что, давайте, ребята, продолжать, наверное, с вами. У нас какая-то 10-я миссия. И здесь я смотрю, да, в принципе, олухи ходят. Я думаю, мы с ними легко сейчас разберемся. Блин, ну мне уже охота, если честно, фабрику пройти, фабричную эту. Завалить зомбарей и дальше продолжать сюжетку проходить.
А так как у нас там ниши шарики с вами не выходит, приходится вот эти вот проходить. Дополнительные миссии, так скажем. О, ты посмотри, откуда он вылупился, а? И причем так раненько. Довольненький такой вышел, блин. Нет, братине, так не пойдет дела. Ты должен быть в своем люке, сидеть там до скончания веков. И вот заодно, ребята, у меня и автоматчик готов. Посмотрим его, как он в деле. Так, волна идет. Бомбит потихоньку. Ну что же, я думаю, что хорошо будет он себя проявлять. Так, вот этого мне только не хватало. Снайпер, ты где? Блин, далеко до снайпера нам. А вот он, красавец. Так, давай, выбегай, будем с тобой отстреливаться. Есть. Так, а что у вас так до хрена-то, ребят? Вам не кажется, что уж слишком вас тут много? Да что такое-то? Давай бомбить его. Я хоть попадаю или нет? Вроде бы как да, вроде бы как и нет. Оу! Ладно, ну-ка беги сюда. Три звезды, конечно, здесь нам уже не видать. Сами прекрасно понимаете, почему. Снайпер у меня погиб, а? Они его просто запинали. Уругвайские чушки, а? На! Еще получи. Как он, интересно, умудрился пройти. Вот здесь вот зомбарь. Да, еще волна. Оу! Тихо, тихо, тихо. Надо всех тут чикать. Оу! Так, ребята, стойте, стойте пока. Держите оборону, а я попробую тут от этих гадов всех избавиться. Мне, конечно, бы сюда еще бы одного снайпера. Было бы вообще шик и блеск. Хотя и так справимся. Ну, справиться-то справились. Звезд получим мало с вами, соответственно, и денег тоже мало получим. Да, две волны, ребята, здесь было. Две звезды, отлично. Лучше так, чем никак. Ух, ну и ящик получили с вами деревянный. Открыть. Сколько там? 3 часа на открытие. Так, я все-таки, наверное, думаю, что... Надо попробовать нам с вами еще разок на сюжетку пойти. На фабрику. 15 уровень. Фу, тяжело, очень тяжело, не спорю, ребят. Но попытаемся, по крайней мере. Да, здесь у нас все, кто только могут здесь участвовать. Слушайте, а может быть нам с вами взять вместо огнеметчика, предположим, бомбочку? Или это все фигня, да? Я думаю, что это, наверное, ребята, фигня полнейшая будет. Давай вот так вот, наверное, сделаем. Ух, была не была. Выдвигаемся еще раз. Попытка номер хрен знает какая уже по счету. Блин, ведь еще и коробки вот эти вот нервируют. Так, идет здесь, да? Ладно. Так вот сделаем. Пока он сейчас ее сломает. Они уже прижмутся сюда ко мне вплотную. Так, куда бы нам, куда бы этого чувачка поставить? Прутка мы... Ага, сюда идет. Так, сюда все это нужно делать очень быстро. Так, снайпер есть. Готово. Так, ты куда, псина, бежишь? Тебе здесь не рады, собака. Так, вот этого тоже нужно ежика нафиг бомбить. Че, уже волна, что ли, так быстро? Эй! Фух! Черт бы их побрал. Ёжики, херожики, тут их дофига вражин этих. Ползет, бежит. Так, собаки. Опа, попал я по ним. Давай попробуем сюда. Блин, вот, ребята, вот. Ай, там этот стреляет. Хрен его знает. Блин, с одним снайпером справимся ли мы? Вряд ли, ребята, справимся. Но выбора-то все равно нету. Как они тут колбасят? Не по-детски. Ага, тут еще и ежи бегут. Ты будешь стрелять или нет у меня, а? В конце-то концов. Дайте мне монет. Элементарно не успеваем, ребята, с вами, как сказать, контролировать и сбор делать и отбиваться. И вон там уже собаки грызут ворота. Сейчас, естественно, будет звездец.
что, прошли, что ли? Ну, практически, ребята, они прошли. Нет, 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 не получается. Не получается нам здесь с вами отбиться. Прошли. Покинуть уровень, да. Как же мне быть? Как же тут так лучше сделать-то стратегически? Эти стреляют, понятно. Те чувачки, которые идут, они бомбят. Может быть, взять нам вместо дубинки, предположим, щит? Как вариант. Давайте попробуем. Попробуем взять его. Так, мы еще можем улучшить, да? Сколько это будет стоить? 500. Ага, не хватает денег. Понятно, в пролете, как муха в самолете. Но в любом случае, пускай он, ребята, у нас постоит. А мы попробуем именно вот так. Хотя вот эти вот мины, я не знаю, нужны они нам, не нужны. Шокера, может быть, взять. Шокера. Ну, давай попробуем тайзера взять. Улучшить. Хрен. Но он, ребята, один выстрел делает, потом нужно его перезаряжать. Вот большая проблема в этом. Ладно, рискуем. Будем пробовать, ребята. Все, как говорится, варианты хороши, только нужно нам найти, какой из этих всех правильный. Ой, кажется, я зря, ребята, убрал дубинку. То есть здесь... Ой, точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, давай, иди сюда. Тайзера мы поставим, пожалуй, вот сюда. Так, и куда ты там разогнался, а, чепушила? Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Собаки тут еще, а? Блин, тут мне нужен, конечно, снайпер, блин. Так, ежики, волна, короче, побежала. Все, проиграли. Что-то как-то не задалось. Зря, конечно, я убрал, ребят, дубинку. Что? Да не хочу ничего покупать. Нет. Зря я дубинку. Давайте, наверное, уберем вот этого вот. А дубинку вернем. Хотя, может быть, даже лучше взять пистолетчиков. Вот и именно этих. Так, сколько у него? Урон 38. Тут 40. А у этих пистолетов сколько урон? 30. Ого-го. Ну, давай. Давай возьмем. Хрен с ним. Рискнем. Ну, а почему бы и нет? Мы их не пробовали, так что, кто его знает, может, хорошо все будет. Так. Давайте. Сейчас. Так, бежит. Бежит упырь. Этих вот сюда поставим. Так, здесь мы вот так, пожалуй, с вами. Эй-эй-эй, черт, я вот все время, ребят, забываю, что нужно перезаряжать постоянно. Вот в этом и проблема, что постоянно нужно контролировать. Да и дистанция атаки у нее тоже как-то не ахти, не очень большая. Так, здесь вроде бы справляемся. Так, перезаряжайся. Куда ты там перепрыгиваешь? Эй! Мы завалим или нет? Псину-то эту. Вот они бегут, злодеи. Всей кучей. Смотреть надо за перезарядкой, ребят. Оу, нет. Тут по ходу дела проиграли. Я даже не знаю, ребят, я даже не знаю, что и сделать. Как вариант, можно еще одно дело провернуть. Например, мы убираем вот эти пистолеты. Слушай, а в чем преимущество дробовика, а? Дистанция 30, я не знаю, мы как бы не особо им пользовались. Дубинка. Там псы еще бегут, да, у нас? Так, хорошо, давай попробуем тогда взять все-таки дубиночку. Погнали. Буду до посинения здесь сидеть, но пройду я сегодня этот уровень. Я вот должен пройти.
Так, бежишь? Ну, беги, беги. Сейчас ты у меня тут как раз и получишь по полной программе. Почему они так долго вот эти вот ящики ломают? Я не понимаю этого. Давай-ка вот сюда сделаем. А вот сюда и, пожалуй, вот сюда. Так, сразу же будем ждать. Да нет, не будем ждать, будем снайпера вызывать. И потихонечку, потихонечку, ребята, бомбить. Так, вот она, волнушечка. Готовится. Так, собаки бегут. И вся вот эта вот шалупень, ребята, огромная. Волна ж зомбарей этих никчемных. Я даже не знаю, за кого надо, ребят, смотреть в первую очередь. За амбалами за этими или за собаками? Ой-ой-ой-ой-ой, не надо подходить к моему снайперу, а? Подожди, что вы? Не надо мне этого ничего. Так, да пошел ты там, а, толстяк, жиртряс. Я не знаю, как тебя еще прозвать. Готов. Ну, выстоим мы здесь или нет? По-моему, нифига не выстоим, потому что элементарно не хватает боевой мощи у нас. Ёлки-палки, ёлки-палки. Тихо, 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 собака. Вот это заваруха, вот это жесть называется, ребята. Надо вот этих вот говняков, наверное, сносить. Причем всех. Так. Снайпер, ну давай, давай, давай. Куда бежим, а? Убил? Не убил, не поймешь. Так, 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 берем. Выставляем следующую волну. О, вот здесь прорываются, ребята, прорываются. Нам это нужно? Как они умудрились, я не понимаю. Хотите продолжить? Да, я бы с удовольствием, но у меня, к сожалению, монет нету. Утерянная награда. Покинуть уровень. Все равно будем дальше. Там немножко мне не хватило, ребят. Совсем чуть-чуть. Так что повторение, как говорится. Повторение, мать, учение. Давай вот сюда беги. Вот сюда, точнее. Так, этот. Этот у нас вот сюда побежит. Так, этот вот сюда встанет. И дубиночка вот сюда пойдет. Так, ждем. Побежали, как говорится, всякие говнюки у нас. Так, здесь у нас идет амбал. Сейчас еще псы побегут, ребята, скоро. Буквально сейчас. С секунды на секунду. Я жду их, конечно же. Я их очень сильно жду. А может быть, не жду. Не хотелось бы, конечно, с ним встречаться, но по ходу дела все равно у нас выбора нету. Здесь к тому же три волны, ребята, будет три. Так, давай перезаряжайся, ты там стоишь просто так без дела. Они очень сильно бомбят. Очень сильно, смотрите. Просто на пробой делают. И стоят, ничего, ребят, абсолютно не делают. Тупят, грубо говоря. А тут очередная волна. Поэтому их нужно уничтожать дистанционно. То есть вы поняли, о чем я говорю, да? Это именно автоматчики, пулеметчики и все тому подобное. Только так мы сможем с ними справиться. Больше их никто не сможет здесь одолеть. Никакие, ни танкули, никто. Они просто-напросто все пробивают, ломают на своем пути. Ну вот, предположим, так сделаем. Там уже практически пробились. Да, ребят, не получается. Не получается вот это вот прикрытие наше. К сожалению. Так, ладно, здесь мы подбили вроде бы. Так, автоматчик, давай, ты готов? Готов вроде бы. Так, дубинка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, вон там ребята пробились. Я вызываю, посмотрим. Так, я попробую сейчас снайпером вот здесь вот отбиться маленько.
Так, забираем это все по-быстрому. Так, давай, давай. Перезарядка. Сюда выставляемся. Так, давай-ка автоматчика позовем. И вот здесь вот, пожалуй, сделаем охрану. Жесть какая-то, ребята, тут происходит. Честно вам скажу, просто кошмар какой-то. Я не успеваю за всеми проконтролировать, но что вижу, в то и стреляю, можно так сказать. Ядрёна ты ложь. Ну давай, давай этих двух амбалов-то будем добивать или как? Черт бы его побрал. Так, здесь справились, хорошо. Автоматчик, выходи, твоя очередь настала. Да неужели мы прошли этот уровень, а? Ох, ребята, даже еще одну звезду получил. Вот это жесть. Очень тяжелый был уровень. Но дальше, говорят, еще хуже будет. Так, зомби-турист у нас здесь. Похоже, он потерял свой чемодан. Быстрее обычных зомби и больно кусается. Значит, он скоростной у нас, так скажем. Хорошо, я готов, ребята, ко встрече с этим зомбарем. Что может быть хуже? Не знаю даже. Хуже может быть встретить только если самого сильного зомби. Так, первый уровень, ребята. Аэрофлот, я так понимаю, да? У нас пока дается одна дорожка. Как вы все помните, это легко и просто. Здесь мы будем, грубо говоря, Оу! Нет! Так нечестно. Если бы я знал, что здесь будет кислота, я бы взял бы, естественно, сапера этого химического. Ну, ё-моё, а. Его, главное, не было показано там на картинке, что он здесь будет. Ладно, хорошо. Как будто у нас есть выбор, да, ребят? Нету, конечно же, ничего. Никакого абсолютно выбора. Дубинку надо поменять, ребят. Так, строчи, строчи, автоматчик. Как будто в последний раз. Сейчас очень много зависит все от тебя. Так, перезаряжаемся. Кстати, то, что мы ему увеличили магазин, он строчит теперь намного дольше. Ровно на 20% дольше. Ну и это я, по крайней мере, чувствую. И слышу, он строчит и строчит. Молодец. Блин, траванулся, правда, малька. Ой, он сейчас погибнет, по-моему, у нас. Так, попробуем, ребята, выстоять. Как бы нам здесь плохо и жарко не было, но выстоять нам нужно в любом случае. Слушайте, эти туристы, по крайней мере, какие-то легкие. Бегут, да, быстро, я не спорю. На 3 звезды прошли. Отлично, я нас поздравляю всех. Так, новый зомби. Зомби с рюкзаком. Это что за хмырь? Несет большой рюкзак и идет задом наперед. Двигается быстрее. Если уничтожить рюкзак, рюкзак выглядит тяжелым. Если уничтожить рюкзак. Двигается быстрее, если уничтожить рюкзак. Все, понял теперь. Елки-палки, все вместе писали. Хорошо, ладно, но мне здесь нужен, я так понимаю, в дальнейшем, опять же, против кислоты. Хорошо. И мы, значит, мы уберем с вами щит, а поставим вот так. Я надеюсь, не зря. Поехали. Ну, нет кислоты? Есть, есть кислота, ребята. И поставили ее как раз там, где не нужно, блин. Куда ты собрался? Эй, турист. Ну-ка. Сколько нужно? Два раза, три, четыре, пять. Пять раз нужно ударить, чтобы его... Ага, идет, крадется задом, блин, говнюк ползет. Слушайте, а у него, по-моему, этот рюкзак как будто бы взрывается. Может быть, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Нифига не взрывается. Просто отгребает по полной, да и все. Но он крепкий. Крепкий, сразу вам скажу. Его не так легко пробить, как остальных зомби. Потому что, видимо, рюкзак — это как идет дополнительная защита. Типа щита. Хорошо, ладно. Будем отстаивать с вами наши позиции. Разбирается он вроде бы более-менее. Турист, блин. Подписчик мне сказал, что здесь будут два вида зомби, которые очень и очень будут сильно нас нервировать. Ну, я думаю, что это не туристы. Хотя, кто его знает. Ага. Так, волна, ребята. Волна готовится, ждем. Этих сразу сносим, чтобы не было
неповадно, как говорится. Давай, 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 строчим, строчим. Так, сейчас, если что, перезарядимся. Монетки это все забираем. Перезаряжаемся. Турист, куда пошел? Слушайте, ну я думаю, что здесь, да, ребят, это все-таки начальные уровни, поэтому все легко и просто. И все-таки автоматчик молодец. Видите, он станет врага. Тот ничего не может делать, просто стоит на месте, тупо получает люлей. И у нас 1900 монет. Три звезды. Так, не знаю, сколько мы тут. 1132. На ранг выше, отлично, хорошо, просто замечательно. Ну что же, ящиков у нас тут уже просто дохренище. Я думаю, что вот этот вот мы с вами откроем. Так, почти 500 монет, рукавички, тазер, М5 и сломанный щит. Прицел. Так, СВДшка. СВДшечка. Хорошо. Давай сразу с тобой следующий активируем. Ну, вроде бы, ребята, справляемся здесь. У нас, кстати, уже нет. Это счет. Деньги вот у нас. 1614. Интересно, мы можем что-нибудь с вами такого прапать? Улучшить, прапать? Так, 4,5. Да фига ты стоишь, конечно. Так, здесь... Оу. Знать бы здесь, как зарабатывать, ребята, деньги. 6000. Я офигею. Ну, вы представляете, вот если эту полоску полностью здесь забить? Будет просто убер какой-то у нас тут пруток. Ну ладно, шутки в сторону. Поехали дальше, ребят. Потом, я думаю, может быть, на аренку сходить, пару боев повоевать. Что-то хочется так. Ну что же, две полоски уже у нас здесь появляются. Все разбито, стекла разбито. Я так и... Оу, тихо, 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 зомбарик, не надо. Вот здесь мы зачистку сделаем. Так, пруток, пруток, ой, пруток. Зомбарь бежит, пруток это у меня. Черт подери, мы все-таки вляпались в эту кислоту. Так, турист, пошел отсюда, ты меня нервируешь, если честно. Крадется еще задом, задом. Так, здесь-то тоже нужно лужу эту убрать. Еще мы ее не убираем с вами. Так, монетки есть? Есть монетки. И выставляем сюда. Так, хорошо. Ящик выпал нам. Так, волна уже, да, бежит? Все, я понял. Я готов, наверное. Так, нужно нам, наверное, и сюда, и вниз, ребята, с вами как-то автоматчика призвать. Вот так я сделаю, пожалуй. Лишним он здесь точно не будет. Тем более мы видим, что тут, блин, происходит. Да ладно, хватит вам. Такой наплыв. Причем этих вот дурачков, которые у нас с рюкзаками. И снайпер, я думаю, нам пригодится здесь. Так, поехали разбивать всех. Еще одна волна, что ли, да? Еще одна волна. Давай, я жду. Опа. Так, надо кого-то поменять. Нет, пока все целые, но ладно, поменяем, ребят. Лучше поменять, когда есть время, чем в разгар войны, когда уже там труп лежит, и ты ищешь в торопях, кого бы поставить, чтобы они не пробили нам оборону. Ну что, здесь я вам скажу одно, тоже победили мы, но судя по тому, как здесь темп игра набирает, очень будет сложно в дальнейшем. Новый зомби, зомби-фотограф, да? Класс, две звезды, Что он делает? Что он сейчас сделал? Так, использует вспышку, чтобы ослепить свою цель. А вот карты памяти в его фотоаппарате нет. Ёпарасете, я понял, ребята, вот это да, вот это жесть. Это знаете, что будет? Он, короче, фотографирует наших солдат, и те получают дезориентацию. То есть они ничего не делают какое-то определенное время. Ну, соответственно, в этот момент он проходит легко. Ну, я так понимаю, что он может еще и отгребать люлей от зомбарей. Как-то так, если вкратце быть. Так, пруток, ты готов у меня там? Готов. Давай, выходи. Пятится, пятится задом. Привык задком все время тут ходить. Давай-ка вот, нет. Хотя у нас нет выбора, ребят, давайте вызывать дубинку. А вот сюда мы поставим автоматчика.
всех будем косить. Ящик вылетел. Так, погоди, погоди, тут собаки двойные прыжки, да? Точно? Я что-то как-то не доглядел этот момент. Тогда это плохо. Это опасно, ребята. Они сейчас будут прыгать. Значит, нам нужен снайпер. Куда это ты, куда это ты разогнался, псина? О, а вот и эти. Вон, видите, ребята, мы просто как оглушены. Интересно, а какой у них радиус вот это вот фотоспышки этой? Если дальний, то вообще будет хреновенько нам, если честно. Так, следующая волна идет. Хотя нет, ребят, по-моему, нужно вплотную ей подойти. Ну как, на расстояние выстрела. Даже, скажем, на расстояние, по-моему, удара прутка. Чтобы воплотить вот эту свою грязную штуку. Ослепить моих солдатов. Что тут за куча такая? Куча мала просто-напросто. Вот, вот, вот они снимают. И мои солдаты в дурмане в каком-то. Черт, ну это хреново, ребята. За ними теперь придется следить. Чтобы они не подходили к моим солдатам. Вплотную, по крайней мере. Так, что такое? Да не хочу ничего делать. Завершить. Нету у меня, не хватает. И денег не хватает. Так, ну что, здесь все то же самое, что и было. Поехали. Почему-то, блин, у них уже сколько зомбарей новых появилось, да? А у меня ни шиша, ребята. Не дают нового зомби и все. Причем уже довольно давно. Давай-ка вот так сделаем. Вот здесь зачистим. Так, этот пятится, идет. Раскоряка. Так, сейчас будет отгребать у нас. Прям по чемодану своему, блин, заднему. Вот самое оптимальное, ребята, вот когда стоит впереди танк, сзади его прикрывает автоматчик. Давай-ка вот так вот сделаем. Тут самое главное не продинамить. Оу. Вот они, две собаки бегут. Точнее, одна бежит. Но она делает двойной прыжок. Так, что нам сделать? Давай его сюда поставим, наверное. Смотрите, собака даже не может подбежать, когда стреляет у меня автоматчик. Отлично, это хорошо. Так, есть смысл вот так вот сделать, ребят. Да-да-да, именно так. Псина, по крайней мере, будет стопориться. Я вижу, здесь у нас подходит, крадутся эти говнюки. Со своей спотовспышкой, блин. Ой-ой-ой-ой, как тут тяжко. Мне нужен снайпер, я его сюда ставлю, ребят. Так, будем отбиваться тем, что есть. Псина, пошла отсюда. Молодцы, пока справляемся. И сейчас еще вторая волна, ребята, готовится. Так что и мы должны приготовиться заменить больных и раненых. Вот так. Так, ты у меня как? Под... Так, этот уже... А, нет, не того, блин. Ладно, некогда уже. Давай, ребята, строчим, как из пулеметов. Что ж ты так быстро, снайпер? Блин, я бы вот хотел бы, ребята, ему... Увеличить магазин, чтобы хотя бы три выстрела было, а не два. Фух, отбились. Три звезды, да? Ха-ха, круто. Новый зомби, да достали вы уже. Сколько можно новых зомбарей-то? Так, тащит воздушный шар, обмазанный токсином. Высокая преграда отлично действует против этих зомби. Так, это получается, что его нельзя подбить, только он об преграду, наверное, ударяется и падает. Причем, смотрите, сколько уже получает он этих зомбарей себе, а у меня, ребята, к сожалению, все старый коллективчик. Здорово. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте завершим этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно, естественно, с вами встретимся в следующей серии и будем проходить. Будем стараться проходить как можно круче, как можно лучше. С наименьшими потерями. Так что всем пока и удачи, ребятушки.